hi guys this is advanced reading exercise of russian text called Ostatki v remnants of socialism in russia for those who wants to practice russian pronunciation intonation and correct accent or stress that's why i highlighted vowels that needs to be stressed with red and bold sign i'm gonna read first time very slow and second time faster so let's start У многих иностранцев Россия все еще ассоциируется с периодом СССР. Хотя со времен социализма многое изменилось, кое-что сохранилось на сегодняшний день. Если вы приедете в Россию, то обязательно обратите на это внимание. В каком бы городе страны вы не оказались, вы скорее всего встретите там площадь Ленина. Дело в том, что площади Ленина являются главными площадями, большинства городов России. Они до сих пор именно так называются и обычно расположены напротив зданий администрации. У многих иностранцев Россия все еще ассоциируется с периодом СССР. Хотя со времен социализма Многое изменилось, кое-что сохранилось на сегодняшний день. Если вы приедете в Россию, то обязательно обратите на это внимание. В каком бы городе страны вы ни оказались, вы скорее всего встретите там площадь Ленина. Дело в том, что площади Ленина являются главными площадями большинства городов России. Они до сих пор... Именно так называются и обычно расположены напротив зданий администрации. Каждая такая площадь украшена памятником Ленину. Нет, памятники везде выглядят по-разному. Но в любом случае, если вы потерялись в городе, спросите где находится площадь Ленина, и вас наверняка направят в сторону центра. Конечно, это не все, что осталось во внешнем облике города со времен социализма. Многие улицы, проспекты, переулки до сих пор носят названия, которые были даны им вскоре после окончания революции. Например, проспект революции, улица Карла Маркса, улица Плеханова и многие другие. Каждая такая площадь украшена памятником Ленину. Нет, Памятники везде выглядят по-разному. Но в любом случае, если вы потерялись в городе, спросите, где находится площадь Ленина, и вас наверняка направят в сторону центра. Конечно, это не все, что осталось во внешнем облике города со времен социализма. Многие улицы, проспекты, переулки до сих пор носят названия, которые были даны им вскоре после окончания революции. Например, проспект Революции, улица Карла Маркса, улица Плеханова и многие другие. Архитектура городов также напоминает о периоде СССР. На лицевой стороне зданий нередко можно увидеть социалистические лозунги, изображения серпа и молота. Эти символы всегда напоминают жителям и туристам об истории города и страны. Также сохранились многие здания того периода, в том числе и жилые дома. В России есть квартиры, которые обычно называют сталинки и хрущевки. Сталинки были построены во времена Сталина, а Хрущевки во времена Хрущева. Но эти названия говорят не только о периоде, в который был построен дом. Нужно один раз взглянуть на квартиру, чтобы определить, к какому из этих типов она принадлежит. Архитектура городов также напоминает о периоде СССР. На лицевой стороне зданий нередко можно увидеть социалистические лозунги, изображения серпа и молота. Эти символы всегда напоминают жителям и туристам об истории города и страны. Также сохранились многие здания того периода, в том числе и жилые дома. В России... Есть квартиры, которые обычно называют Сталинки и Хрущевки. Сталинки были построены во времена Сталина, а Хрущевки во времена Хрущева. Но эти названия говорят не только о периоде, в который был построен дом. Нужно один раз взглянуть на квартиру, чтобы определить, к какому из этих типов она принадлежит. В Сталинках вы увидите просторные комнаты, длинные коридоры и высокие потолки. Сразу видно, что этот дом сделан на века. Хрущевки же, наоборот, очень малы по размеру. Здесь дан лишь минимум необходимого пространства. Конечно, это связано с историей. Во времена Хрущева были проблемы с обеспечением населения квартирами. И поэтому, чтобы помочь как можно большему количеству людей получить место жительства, было построено много квартир маленьких по размеру. В сталинский период акцент делался на качестве и долговечности квартиры. В Сталинках вы увидите просторные комнаты, длинные коридоры и высокие потолки. Сразу видно, что этот дом сделан на века. Хрущевки же, наоборот, очень малы по размеру. Здесь дан лишь минимум необходимого пространства. Конечно, это связано с историей. Во времена Хрущева были проблемы с обеспечением населения квартирами. И поэтому, чтобы помочь как можно большему количеству людей получить место жительства, было построено много квартир маленьких по размеру. В сталинский период акцент делался на качестве и долговечности квартиры. Кроме того, дома часто строились по плану и в больших количествах. Поэтому и сейчас на одной улице зачастую можно встретить несколько квартирных блоков которые выглядят абсолютно одинаково. Во время социализма появилось большое количество новых имен. Все они также способствовали формированию идеологии в стране. Давайте рассмотрим это на примере. Влад Лена ⁇ одно из женских имен, возникших в период социализма. Есть какие-нибудь предположения? А если переписать это следующим образом? Влад Лена. Как вы видите, оно образовано путем сокращения и объединение имени и фамилии Владимира Ленина. Кроме того, дома часто строились по плану и в больших количествах. Поэтому и сейчас на одной улице зачастую можно встретить несколько квартирных блоков, которые выглядят абсолютно одинаково. Во время социализма появилось большое количество новых имен. Все они также способствовали формированию идеологии в стране. Давайте рассмотрим это на примере. Владлена – одно из женских имен, возникших в период социализма. Есть какие-нибудь предположения? А если переписать это следующим образом? Влад Лена. Как вы видите, оно образовано путем сокращения и объединения имени и фамилии Владимира Ленина. Тоже и с мужским именем Вилен. Только теперь оно происходит от Владимир Ильич Ленин. Часто в качестве примера приводят еще и женское имя Раздраперма, это означает «Да здравствует 1 мая!» Дело в том, что 1 мая был праздником весны и труда в СССР. Правда, я не уверена, что кто-то действительно так называл своих дочерей. Также в список имен были включены индустрия, олимпиада и некоторые другие. Они делали акценты на все те явления, которые ценились в Советском Союзе. Сейчас, конечно, подобные имена уже не используются. Тоже и с мужским именем Велен. Только теперь... Оно происходит от Владимир Ильич Ленин. Часто в качестве примера приводят еще и женское имя Дроздраперма. Это означает Да здравствует 1 мая! Дело в том, что 1 мая был праздником весны и труда в СССР. Правда, я не уверена, что кто-то действительно так называл своих дочерей. Также в список имен были включены индустрия. Олимпиада и некоторые другие. Они делали акценты на все те явления, которые ценились в Советском Союзе. Сейчас, конечно, подобные имена уже не используются. Огромную роль играют научные достижения периода социализма. Сколько ученых мирового значения работали в СССР в то время? Вообще в Советском Союзе делался большой акцент на науку. И результаты, конечно, поражают. В качестве примера можно взять работы, проводимые по исследованию космоса. Такое отношение к науке бесспорно требовало высоко квалифицированных специалистов. Поэтому большим преимуществом Советского Союза являлся тот уровень образования, который он предлагал. Во времена СССР огромное внимание Уделялось воспитанию будущих поколений. Огромную роль играют научные достижения периода социализма. Сколько ученых мирового значения работали в СССР в то время? Вообще, в Советском Союзе делался большой акцент на науку, и результаты, конечно, поражают. В качестве примера можно взять работы, проводимые по исследованию космоса. Такое отношение к науке бесспорно требовало высоко квалифицированных специалистов. Поэтому большим преимуществом Советского Союза являлся тот уровень образования, который он предлагал. Во времена СССР огромное внимание уделялось воспитанию будущих поколений. Каждый ученик обладал глубокими знаниями историей литературы, математики и многих других дисциплин. Причем эти знания не ограничивались школьным уровнем. Детей стимулировали к получению дополнительных знаний, самообразованию. Единственным минусом было слабое обучение иностранным языкам. К счастью, и сегодня в России сохранился достаточно высокий уровень образования. Своими спортивными результатами Россия также во многом обязана Советскому Союзу. Здесь до сих пор сохранились бесплатные спортивные школы для детей. Каждый ученик обладал глубокими знаниями истории, литературы, математики и многих других дисциплин. Причем эти знания не ограничивались школьным уровнем. Детей стимулировали к получению дополнительных знаний, самообразованию. Единственным минусом было слабое обучение иностранным языкам. К счастью, и сегодня в России сохранился достаточно высокий уровень образования. Своими спортивными результатами Россия также во многом обязана Советскому Союзу. Здесь до сих пор сохранились бесплатные спортивные школы для детей. Постоянно проводятся различные соревнования. Во время СССР было построено множество стадионов, плавательных бассейнов и так называемых дворцов спорта. Это дало многим видам спорта возможность развития. Сейчас наши тренеры и спортсмены очень востребованы за рубежом. Результаты Олимпийских игр и сегодня радуют россиян. Например, на Олимпиаде в Турине российские фигуристы получили три золотые медали из возможных четырех. Также неплохо выступает хоккейная команда. Хотя она, к сожалению, уже не так сильна, как во времена СССР когда ее можно было назвать просто легендарной. Постоянно проводятся различные соревнования. Во время СССР было построено множество стадионов, плавательных бассейнов и так называемых дворцов спорта. Это дало многим видам спорта возможность развития. Сейчас наши тренеры и спортсмены очень востребованы за рубежом. Результаты Олимпийских игр и сегодня радуют россиян. Например, на Олимпиаде в Турине российские фигуристы получили три золотые медали из возможных четырех. Также неплохо выступает хоккейная команда, хотя она, к сожалению, уже не так сильна, как во времена СССР, когда ее можно было назвать просто легендарной. Многие праздники сохранились в России с периода социализма. 1 мая отмечают праздник весны и труда, а 9 мая проходит знаменитый парад победы, посвященный окончанию Второй мировой войны. В этот день в каждом городе России поздравляют ветеранов войны, а на главных площадях проводят военные парады, которые являются очень красивым зрелищем. После распада СССР Россия поддерживает особые отношения с некоторыми странами. Большинство стран бывших советских республик сейчас входят в содружество независимых государств самые тесные отношения сохранились, конечно, с Белоруссией и Украиной. I have to say here in this part that this text is kind of outdated and some of the facts are not necessarily true anymore. So this text is just for the sake of practice. Многие праздники сохранились в России с периода социализма. 1 мая отмечают праздник весны и труда, а 9 мая проходит знаменитый парад победы, посвященный окончанию Второй мировой войны. В этот день в каждом городе России поздравляют ветеранов войны, а на главных площадях проводят военные парады, которые являются очень красивым зрелищем. После распада СССР Россия поддерживает особые отношения с некоторыми странами. Большинство стран бывших советских республик сейчас входят в Содружество независимых государств. Самые тесные отношения сохранились, конечно, с Белоруссией и Украиной. Но, конечно, самым значительным остатком социализма является сознание взрослого населения. Ведь некоторые пожилые люди до сих пор скучают по Советскому Союзу. Но, конечно, самым значительным остатком социализма является сознание взрослого населения. Ведь некоторые пожилые люди до сих пор скучают по Советскому Союзу.